Всем привет! Хочу сказать, что 15 апреля в 2 часа дня в Пермском краевом суде в административной коллегии в 2 часа дня я буду обжаловать решение Свердловского районного суда. Значит, там я был признан виновным по статье 19.3. Если помните, видеоматериал я размещал в качестве анонса. Называется он «Шипицын и Гребенюк. 19.3 за видеосъемку». Значит, могу еще сказать интересный момент, что протокол на меня составил Шипицын, хотя по видео видно и понятно, и он сам это говорит, что ко мне он никаких претензий не имел, что ничего противоправного не совершал. Но, тем не менее, я так понимаю, с подачи Гребенюка на меня был составлен данный протокол по 19.3. С успехом судья Казначеева, судья Свердловского районного суда, дело поддержала, значит, и мне назначили штраф в размере 1000 рублей. Значит, вот завтра я буду обжаловать. Все желающие, еще раз повторю, Пермский краевой суд, Екатерининская, 33, административная коллегия в 2 часа дня. Кабинет, к сожалению, не знаю, там или 112, или 111 кабинет. Ну, там скажут дело Бакшаева. Там у них есть список, там без проблем можно будет узнать, в каком кабинете. Также хочу еще отметить, что завтра в индустриальном районном суде по адресу Мира 17 в 10.50, кабинет номер 20, состоится также рассмотрение административного дела, тоже 19.3, в отношении Михаила Матросова. Ссылки к этой ситуации, к интервью Михаила, будет в описании, кому интересно, посмотрите. Вот, то есть тоже все желающие, пожалуйста, завтра 15 число, день 19.3, значит, в 10.50 индустриальный районный суд Мира 17, кабинет 20, там 19.3 по Михаилу Матросову, и Пермский краевой суд, Екатерининская, 33, административная коллегия, в 2 часа, 19.3, я обжалую, которое в отношении себя. Все, значит, у кого есть желание послушать, посмотреть, пожалуйста, приезжайте. Я думаю, что будет интересно. Если нет возможности, я, конечно, опубликую результаты и того рассмотрения, и дела Михаила, и рассмотрения в отношении меня. И также вы все это узнаете. Все, до новых встреч. Ждем вас. Всем пока.